уже больше, чем война, действительно длится программа «Цена победы». И сегодня очередной ее выпуск. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И будем мы говорить с гостем, ну, я скажу, постоянно, в том смысле, что он каждый раз у нас, но достаточно часто бывает. Но мы всегда с удовольствием его приветствуем в студии. Константин Залесский, «История». Здравствуйте. Здравствуйте. И с Константином Залесским мы сегодня выбрали такую тему для обсуждения. Последняя, кстати говоря, программа этого года, 2010-го, это Гитлер и его генералы. То есть мы будем вообще-то говорить о взаимоотношениях, если хотите, политического и военного руководства Третьего Рейха. Да. Каковы были эти отношения, кто имел приоритет в решениях военных, политических, стратегических, тактических и так далее. Вот такая основная канва будет сегодняшней нашей программы. Напомню, номер +7 985 970 45 45 – это для ваших смс-ок. Как обычно, достаточное количество вопросов пришло накануне эфира, мы тоже кое-что используем. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже началась веб-трансляция. И те, кто пораньше к ней подключился, даже успели, наверное, послушать нашу с Константином дискуссию о погодной аномалии в Москве и в Берлине, кстати. Ну, вот такая вводная часть сегодняшней программы. И переходим теперь к основной ее части. Я вот долго думал, с чего бы начать. Я бы, наверное, начал бы вот с какого вопроса. Понятно, что решение начать войну, я сейчас говорю даже не о войне с Советским Союзом, а 1939 год, да. Это решение, безусловно, в первую очередь политическое. Да, конечно. Но при этом, какую роль в подготовке войны сыграли военные, сыграл Вермахт? Каковы были на том этапе, на подготовительном, если хотите, взаимоотношения Гитлера и генералов? Поддерживали ли генералы с военной точки зрения вот это политическое решение Гитлера? Вот такой первый комплекс вопросов. Значит, к 1939 году уже сложилась определенная ситуация, то есть это уже был шестой год правления, даже уже там правление чуть больше правления нацистов, в течение которого Гитлер упорно, ну скажем так, сначала лавировал, а потом ломал генералов. И в конце концов, в 1938 году он их все-таки сломал. Ломал, вот давайте я буду вас извиняюсь, перебивать, потому что, чтобы все-таки было понятно. Вот значит ломал. То есть они были против? Они были не против, они были... Где вообще тот военный, который против войны? Значит, ну, военный, как бы он должен быть не против войны, он должен быть за оборону, так сказать, так далее. Вот. Но суть была в том, что они были, в общем и целом, они были... Кто-то был против войны по каким-то своим соображениям, кто-то был за войну. В общем, на самом деле, в основном-то за войну много народу не было. Потому что военные, они все-таки специалисты и профессионалы, и они как бы оценивали войну не с политической точки зрения, а с чисто... Профессиональной. С чисто военной, да, там, эрст колонны маршируют, своя эта колонна марширует. И вот они как раз говорили, что вот что-то колонна не очень марширует получается. А Гитлер как раз говорил, что с политической точки зрения все нормально. Но просто в 1933 году, придя к власти, Гитлер получил в свое распоряжение Рейхсвер, то есть созданный фактически сектом, вот эту вот 100-тысячная кадровая армия Веймарской республики, из которой он, значит, довольно быстрыми темпами стал делать вермахт, то есть военную армию, основанную на всеобщей воинской повинности, так сказать, массовую армию. И генерал, естественно, очень приветствовал. Видимо, нужно оговориться, что Рейхсвер это была та армия, да, которая по Версальскому миру. По Версальскому миру, которая была разрешена Германии. Да, то есть 100 тысяч человек, в том числе 4 тысячи офицеров. Вот такая вот компактная маленькая армия, которая была меньше, чем полиция в Германии, причем раза в 3 меньше. Вот. И, ну, вот это были какие-то хитрости, при помощи которых они обходили эти запреты? Ну, не очень сильно, не очень сильно. Ну, во-первых, часть, насколько я знаю, часть полицейских сил были фактически военными. Но все равно они были не Рейхсвер. Это была полиция. То есть они была другая система подчинения, еще что-то. Но сам факт был тот, что, несмотря на свою малочисленность, то есть 100 тысяч человек, это, в общем, не очень много, даже для, так сказать, той Германии, тем не менее Рейхсвер обладал монополией на военную силу. То есть монополией на вот армию, как бы она была только армией. И вот, получив вот этот Рейхсвер, Гитлер получил, естественно, генералов, которые были воспитаны именно в этом Рейхсвере. А главный принцип Рейхсвера – это в том, что армия вне политики, причем полностью вне политики. То есть она не поддерживает никого,
Она поддерживает, условно поддерживает правительство, поддерживает его тем, что не выступает против него. Мы не будем стрелять, Рейхсвер не будет расстреливать Рейхстаг, сказал Сект, подразумевая, что не потому, что он его не будет расстреливать, а просто потому, что он не будет вмешиваться. То есть Рейхсвер это была вот за это, за свою лояльность к правительству, Рейхсвер оговорил, что правительство не вмешивается в дела Рейхсвера. То есть Рейхсвер был государством в государстве. Варился в собственном соку и сам занимался всем. То есть это была совершенно вот суверенная, скажем так, небольшая суверенная держава внутри Германии. И тут приходят нацисты, которых это категорически не устраивает подобная ситуация. То есть Гитлер совершенно... Вот его идея по поводу того, что генералы сами будут решать, что делать, вот она его не устраивала. Поэтому он начал потихоньку, во-первых, заменять... Ну, в ходе очередных, так сказать, нормальная тенденция в любой армии, это когда офицеры старших возрастов, высший командный состав, постепенно заменяются более молодыми. Здесь он пытался... так сказать, провести более-менее своих людей, но опять-таки натолкнулся на противодействие генералитета. То есть, когда он в конце концов уже у него была возможность, и он в 38-м году, в феврале 38-го года, он, наконец, провел кардинальное преобразование в вермахте и отправил в отставку очень значительное число высших генералов и заменил их на более, так сказать, лояльных к себе. Тем не менее, ему даже в тот момент не удалось провести, например, Вальтера фон Рейхенау, который был закаленный нацист, так сказать, и Гитлер на него очень надеялся, и он не смог его провести на должность главнокомандующего сухопутными войсками и был вынужден согласиться на Браухича, потому что Рунштадт, как старший генерал, ну, старший по возрасту, старший по званию генерал, Вермахта пришел и сказал, а генералитет против, Вермахт против кандидатуры Рейхенау. И Гитлер ничего не смог сделать. Ему пришлось согласиться на кандидатуру Браухича, хотя, в общем, Браухич тоже был отнюдь не антинацистом каким-то. И в подготовке непосредственно, значит, вторжения в Польшу, то есть подготовке мировой войны, генералы сыграли, в принципе, какую роль? То есть Генштаб разрабатывал, так сказать, эту кампанию, мобилизационные планы, развертывание, проведение операции. Это все было разработано в Генштабе. По иронии судьбы, Франц Гальдер, который возглавлял этот Генштаб как раз к этому моменту, после этого, после войны заявил о себе как о вот, ну, чуть ли не самом главном антинацисте. То есть, я боролся против Гитлера, заявил Франц Гальдер. Это учитывая, что его согнали с должности в 43-м году, и он принимал участие в планировании не только операции против Польши и на Западе, но и тому самому плану Барбаросса, то есть против нас. И в общем, человек, который должен был сидеть на Нюрнбергском процессе, неожиданно оказался антинацистом. Сидеть на Нюрнбергском процессе, естественно, на скамье подсудимых, а не на свидетельском месте. Вот. То есть Генштаб готовил. В то же время генералы представляли бесконечные меморандумы по поводу того, что армия, с их точки зрения, не готова к войне с Польшей. Они исходили прежде всего из того, и это было совершенно логично для военного профессионала, для человека, не знающего политики, что в случае их удара Германии на Польшу будет нанесен удар Франции и Англии верно, в соответствии с имеющимися союзными обязательствами, которые были озвучены широко и громогласно. То есть к 1939 году было, было известно, что существуют военные договоренности между Англией, Францией и Польшей, и что англо-французские войска нанесут удар Запада. В этой ситуации немецкие генералы, абсолютно четко прочитав ситуацию, сказали, что это, существование Германии продлится примерно 2 недели после этого. Значит, но Гитлер был более, в данном случае, политически более широко мыслил. Кстати, там по закону или по конституции того времени Гитлер считался, или рейхсканцлер, скажем так, кто бы им ни был, считался верховным главнокомандующим? Верховным главнокомандующим считался президент. Президент. Да, значит, на самом деле здесь ситуация была еще значительно более серьезна. Это один очень важный момент, который имеет непосредственное отношение к вермахту. Дело в том, что значит, президент является верховным главнокомандующим по конституции. И вот когда умер Гинденбург, вот тут-то Бломберг, военный министр, устроил совершенно, не имевшую аналогов до этого в Германии, акцию. Он 2 августа 1934 года привел к присяге вермахт после смерти Гинденбурга, привел к присяге вооруженные силы, к присяге на верность Гитлеру лично. То есть с фамилией? Лично, фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру.
И вся армия, причем специально была составлена присяга, ее составлял как раз, естественно, тот самый Вальтер фон Рейхенау, и была составлена присяга, и вся армия эту присягу принесла. Причем это было сделано совершенно неожиданно, и Бек, который, Людвиг Бек, который потом uh-huh. был один из лидеров заговора и покончил с собой после неудачи покушения на Гитлера, он сначала даже был настолько ошарашен, что он вроде даже собрался подать в отставку, а потом как-то не смог сориентироваться и принес присягу. Вот. И потом, вот после этой присяги... То есть присягу приносил каждый человек? Каждый военнослужащий вооруженных сил Германии. От рядового до генерал-полковника. До фельдмаршала. Ну, тогда не было еще фельдмаршала. Значит, вот до самого высшего чина. Да-да-да, все. Именно полностью армия была приведена к присяге на верность именно Адольфу Гитлеру. После этого, значит, учитывая ту роль, которую присяга играет в армии, ну, в любой армии, так сказать, независимо от того, в Германии, там, Россия, Соединенные, ну, неважно, любая страна, присяга, она как бы, нарушение присяги является уголовно наказуемым деянием. Да. И для офицера, измена родине и так далее. И для солдата, и тем более для офицера, не говоря уже о старшем офицере, нарушение присяги, это, ну, скажем так, для этого он должен, так сказать, обладать большой силой воли, если это он делает с каких-то, так сказать, ну, моральных соображений или так далее. Но в принципе, это не предусмотрено. И вот эта присяга 1934 года, она, естественно, потом, кто приходит, они все повторяли эту присягу. Mm-hmm. И в данный момент, в данном случае, в 1939 году, объявляя войну, Гитлер совершенно мог не бояться никакой оппозиции, потому что это приказ. Приказ человека, которому военнослужащие поклялись верности. Но не верховный главнокомандующий. И верховный главнокомандующий, конечно, верховный главнокомандующий. Нет, а он тоже верховный? Да, он так, после смерти Гинденбурга было объявлено о том, что не будет проводиться выборы рейхс-президента, то есть имперского uh-huh. президента, а пост имперского президента объединяется с постом рейхсканцлера и именуется далее этот человек фюрер и рейхсканцлер. То есть как бы само... Но, то есть как бы вот не озвучивалось само рейхсканцлер, но его функции как бы перешли к фюреру вот, по должности. А вот когда уже Гитлер покончил жизнь самоубийством в 1945 году, он как бы в завещании восстановил должность рейхсканцлера. И, то есть рейхсканцлера оставил и восстановил mm-hmm. должность рейхспрезидента. И назначил на нее Дёнитса. Вот. То есть вот такая была ситуация. То есть он был верховным главнокомандующим официально, совершенно официально. Оберстер... у него вот была приставка uh-huh. Оберстербефельсхабер. То есть он был, скажем так, Обербефельсхабер – это главнокомандующий, а он, соответственно, самый главный верховный главнокомандующий. Ну, понятно. Да. Но, то есть получается, что, в общем-то, формально все его приказы должны были выполняться. Абсолютно. Причем, мало того, что если Гитлер являлся с 1934 года верховным главнокомандующим, ну, то есть как президент, ну, как у нас да. тоже Медведев, да, он да. является верховным главнокомандующим, угу. то... В феврале 1938 года он провел реформу руководства вооруженных сил и ликвидировал военное министерство, создав Верховное командование Вермахта. И подчиненные ему там Верховное, не подчиненные, а параллельные, там было очень сложное взаимоотношение. И он лично возглавил Верховное командование Вермахта. То есть он стал, кроме того, что он являлся верховным главнокомандующим, как глава Германии, он еще стал главнокомандующим вооруженными силами. А до этого этот пост занимал военный. Угу. То есть, понимаете, вот такая вот двойственность стала. То есть он возложил на себя, он остался, при том, что он остался верховным главнокомандующим, он стал еще главнокомандующим вермахтом. То есть он еще получил не только вот общую политическую, ну, как президент, да, общую политическую направляющую власть, он получил еще и конкретную власть как главный военный. То есть он стал, сам объявил себя главным военным. То есть главным генералом, ну, скажем так, Третьего Рейха, ну, если огромный. Военный министр, как он. Да, да именно. Mm-hmm. То есть он стал еще главным военным лицом. И поэтому противоречить ему, в общем, ну, это было нереально. А, кроме того, значит, в принципе, в Германии, это еще сначала в кайзеровской Германии, это было сохранено в Веймарской республике, существовала такая традиция, что любой начальник штаба, от начальника корпуса и выше до самого верхнего эшелона, имел право, если он не согласен с мнением или с решением своего непосредственного начальника, он имел право подать меморандум.
письменной форме меморандум, что, значит, вот я против этого, потому-то, потому-то, потому-то. Тем самым подчеркивалось, что если он согласен и не подает меморандум, то он несет ответственность за эти действия вместе со своим командиром. Такие тонкости там в Германии. Так вот, Гитлер, придя к власти, очень быстро это ликвидировал. То есть он запретил подавать меморандумы в районе 1937-1938 годов. Бек какое-то время их поподавал, Гитлеру это очень сильно надоело, и он это ликвидировал официально. То есть официально было запрещено подавать меморандумы. То есть, в принципе, Гитлера не интересовало мнение. Да. Тем более, что, в принципе, большинство именно генералов, как военных профессионалов, высказывалось против Польши. Вот я против начала войны с Польшей, и прежде всего, исходя из того, из опасности удара англо-французских войск с Запада. Теоретически, если мы рассматриваем именно, ну, скажем, вот так вот, ну, условно говоря, цифирь, да, то есть там сколько у кого машин, сколько у кого личного состава, то все пятое-десятое, ну, как и что и делали генералы, то мы можем совершенно спокойно видеть и понимать все их резоны. Это действительно так. В случае нанесения удара англо-французами, это, естественно, был бы крах германского фронта, причем ну, катастрофический. Вот. Но Гитлер просчитал ситуацию именно с точки зрения политической и пришел к мнению, что Англия и Франция не нанесут удар. Если говорить, так сказать, серьезно, то Гитлер вообще-то на самом деле просчитался. Он вообще-то надеялся, что Англия и Франция не просто не нанесут ему удар с Запада. Он считал, что Англия и Франция не вступят в войну 2-3 сентября 1939 года. Они не вступят в войну. Поэтому, на самом деле, получив известие о том, что Англия объявила, что она вступает в войну, у Гитлера был шок. Он находился там какой-то небольшой период, он находился в очень тяжелом состоянии. Вот, он не знал, что делать, находился в состоянии паники, там, предпаники, что-то вот таком он был. Но довольно быстро успокоился и, пришел к выводу, что они просто не начнут. А как строились отношения между армией и партией? Я имею в виду, там не было же политкомиссаров? Сначала не было. Значит, в принципе, это была традиция, начата, естественно, при Кайзере, там была другая совершенно ситуация, но продолженная вот и утвержденная сектом, прежде всего, что партия вне политики, то есть, кроме чего, из этого всего следовало, что и военнослужащие не имели права состоять в любой политической партии, в том числе в нацистской партии. При этом, если в армию вступал человек, который был членом партии, то его членство в партии автоматически приостанавливалось. Значит, вот это вот была ситуация, которая не была изменена Гитлером. То есть в армии не было партийных ячеек, вот как в нашем понимании, да, то есть и при том, что люди, если партийные, члены партии поступают, были призваны, предположим, на службу в армию, то они несли службу именно как просто военнослужащие. Когда, например, в 40-м году в армию пошел служить Бальдур фон Ширах, то есть руководитель Гитлерюгента, он служил там обер-лейтенантом, лейтенантом, был ранен, сражался, получил крест. Вот. Он не был никаким партийным, так сказать, у них не было никаких там ни организаций Гитлер-Югента, ни партийных организаций. Вот. Но через какое-то время Гитлер пришел к выводу, что то, что партия находится вне политики, это не есть совсем правильно. Вот. Тем более, что он довольно высоко оценил то, что существовал институт комиссаров в Красной армии, и что это очень удобная вещь для контроля за умонастроениями вооруженных сил. Вот. А как уж Гитлер этим воспользовался, это мы узнаем после небольшого перерыва, через несколько минут, в беседе с Константином Залесом. Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы». Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Напомню, что в гостях у нас сегодня историк Константин Залесский. Говорим мы о взаимоотношениях политического и военного руководства Третьего Рейха. Константин, мы остановились до вот нашего небольшого перерыва на том, что Гитлер решил использовать опыт Красной армии политкомиссаров. С использованием политруков. Да, и значит, он вообще, Гитлер вообще... Вот,
из своих бесед, так называемые застольные беседы, он вообще очень высоко оценивал политику Сталина в отношении, так сказать, армии, укрепления. И, собственно, он как раз к концу войны, там, Гитлера, это уж немножко отвлекаясь, скажет, что Сталин вот в 37-38 году, значит, расстрелял, а я вот... Вот мне надо было тоже в то же время сделать. Они вот, да, они вот предатели, да. Вот, но, значит, в 43-м году, то есть это еще до покушения на Гитлера, значит, в вермахте был введен институт так называемых офицеров национал-социалистического руководства. То есть это были фактически комиссары, которые, находясь в войсках, должны были контролировать именно, ну, идеологическую составляющую военнослужащих. То здесь была, конечно, некая разница еще между этими офицерами и, предположим, комиссарами в Красной армии. То есть комиссар в Красной армии, он фактически контролировал, в общем, в значительной степени действия командира. То есть он утверждал, там подписывал, скреплял с подписью там приказы командира, контролировал политическую сторону. Офицер национал-социалистического руководства, он этим не занимался. Он занимался исключительно, ну, скажем так, воспитанием. При этом он не был, он был боевым офицером. Это очень вот важный момент. То есть, если комиссар, конечно, мог поднять в атаку солдат из окопа, как, опять-таки, тот же самый Деев, да, Клочков, Деев, то офицер, ну, то это была его как бы не основная задача. Основная задача у него была другая, у комиссара Красной армии. То у офицера национал-социалистического руководства у него была задача, кроме того, своим примером показывать, что такое вот герой-национал-социалист. То есть он должен был быть заслуженный офицер, он должен пользоваться был авторитетом у солдат как, именно как боевой офицер. Mm-hmm. И вот он, ну, естественно, он был, должен был быть стойким национал-социалистом. Mm-hmm. То есть вот он должен был и своим примером, и путем бесед, так сказать, воспитательных, и путем, значит, разъяснения основ национал-социализма, скажем так, вести за собой людей, вот, быть таким вот образцом. Чисто идейно. Идейно, но да. Не вести людей в партию, да? Нет, там, нет, нет. Так он тоже не был, и при этом он тоже не был членом партии, потому что он был военнослужащим. Он не мог быть членом партии. Ну, вот здесь нас спрашивают, но я думаю, что в ВАФНСС другая ситуация. Да, конечно. ВАФНСС – это войска партии, фактически. Ну да, там, естественно, партийным можно было быть. Там так нужно было, но нет, не обязательно. То есть можно быть членом СС, не быть членом партии, можно быть членом войск СС, не быть членом СС. Так сказать, такая несколько для нас глупо звучит ситуация, но это действительно так. То есть можно было быть военнослужащим войск СС, но не быть членом СС. Больно наивно. Да. То есть ну, тут такая запутанная ситуация, да. Там в результате чего у нас, в общем, по большому счету, не очень правильно перевели приговор Нюрнбергского процесса из-за этого всего. Что имеется в виду? Да, вы знаете, то есть на русский это существует же 4 протокола, ну, так сказать, приговора Нюрнбергского процесса на 4 языках, и в результате того, что переводили на русский, возможно, на английский тоже, на английском проще, там более бедный язык, на русский переводили люди, которые не очень знают, не знают структуру СС, получилось, что в приговоре, который посвящен войскам СС, приговор звучит очень двойственно и подразумевает под собой трактовку. То есть в приговоре Нюрнбергского процесса указано, что преступниками являются члены войск СС, которые являются членами СС. Вот такая фраза там идет. Mm-hmm. То есть тем самым приговор фактически выводит из состава преступников тех военнослужащих войск СС, которые не были членами СС. А это все прибалты. Это я слышал, кстати, в Риге нам пытались это объяснить, вот, что они не были... Вот именно, понимаете, а это на самом деле, это при переводе ошибка была допущена именно из-за того, что переводчики не были... А теперь уже все, извините, приговор на русском языке является таким же приговором, как любой другой. Это они равноправны. Теперь все, теперь мы имеем в виду, имеем на руках в результате приговор, который можно трактовать как с любой точки зрения. Это очень плохо. Неправильный перевод или изначальная трактовка такая? Нет, почему? Там в немецком это звучит по-другому. В немецком это все понятно. То есть в немецком это ясно, это нормально звучит в немецком языке, потому что это соответствует конкретной терминологии немецкого языка. Ну да. А по-русски это звучит вот так. Смысл один и тот же. Смысл один и тот же. Это два равноправных документа. Ну, понятно. И у нас возникает двойная трактовка. И прибалты имеют право так трактовать. Имеют, потому что русский текст, он имеет такие же права, как английский, как французский, как немецкий. То есть даже, по-моему, немецкий не имеет. Как английский и французский.
Вот из-за того, что, не знаю, это в результате получается... Давайте вернемся, да, вернемся к вермахту, нашим баранам. Да. Вот. И, значит, генералы, в общем и целом, были в 1939-м, скажем так, они были против. Ну, в общем, были не очень за войну. 41-й. Значит, да, и причем даже там некоторые пытались что-то еще думать, сейчас вот союзники нападут на нас, вот тут-то мы, значит, заговорщики поднимем голову. Заговорщики почему-то все голову поднимают, только когда вот человек нападет. Но все обошлось. Все обошлось. Значит, в 1940 году обошлось еще лучше. Значит, после уже победы над Францией, Вильгельм Кейтель, который получил как раз звание фельдмаршала в 1940 году после победы над Францией, он был начальником штаба Верховного командования Вермахта. То есть, скажем так, ну, примерно это то же самое, что ну, начальник личной военной канцелярии фюрера. Ну, примерно вот такое вот положение. То есть, вот. Он официально в речи назвал Гитлера величайшим полководцем всех времен и народов. На что немецкий народ сразу очень радостно отреагировал и стал называть Гитлера грофотцем. Потому что сокращение из этой фразы называется «Грофоц». Они говорят «наш Грофоц». Вот несколько иронично и несколько не очень почтительно. Вот, но, тем не менее, так сказать, сам факт был обозначен, что представитель вермахта официально назвал Гитлера величайшим полководцем всех времен и народов. В принципе, после Франции очень значительное количество генералов, которые раньше выступали, ну, скажем так, с критикой решений Гитлера, свое решение, свою позицию поменяли полностью. То есть они стали верить в то, что Гитлер знает, что делает, потому что если кампания на победу над Польшей, это была, в общем, так сказать, ну, победа прогнозируемая, то есть они как бы считали, что Польшу разбить можно, если не вмешается Англия и Франция, то победа над Францией не рассматривалась ни при каких условиях. Французская армия, по мнению специалистов, как выяснилось неправильному, до войны считалась самой сильной армией Европы. Да. Вот. Это еще с, да, еще с Первой мировой войны. Вот, и, значит, вот эти вот эта позиция генералов привела, скажем так, в очень большой, поставила их очень большой тупик. Причем значительное количество генералов совершенно искренне стали верить в гений, военный гений Гитлера. То есть для них это, например, тот же самый Альфред Йодль, начальник оперативного отдела штаба оперативного руководства Вермахта, он стал, вот, он до конца потом верил, что Гитлер, типа, вот он имеет там, ну, так, чувствует, ну, как полководческий дар. Можно ли из ваших слов сделать вывод, что уже к 1941 году, к реализации плана Барбаросса, уже у военных было меньше сомнений, меньше скепсиса в отношении вот этого политического решения Гитлера? Да, значительно меньше. Какие-то оппозиция, в принципе, как показывает тот же самый поведение все того же Гальдера, это, в общем, ничем не отличалось, условно говоря, от разговоров на кухне. То есть это все совершенно, так сказать, ну, незначительные, там, какое-то такое фрондирование там на задворках. Никаком серьезном сопротивлении решениям Гитлера не было. Генералы как-то могли высказывать свое мнение, что там, так сказать, после войны, например, Геринг заявлял, что он был против войны с Советским Союзом. Ну, после войны это, уже можно заявлять. Ну, после войны выяснилось, конечно, что все были против войны, ну, с Советским Союзом, естественно. Вот, но никаких, так сказать, там, все были преступники, кроме меня самого. Да, значит, и никаких таких вот серьезных возражений, скажем так, принципиального характера не было. Были возражения со стороны экономического управления Верховного командования Вермахта, которые указывали на то, что там недостаточно боеприпасов. Ну, то есть, вот, понимаете, вот возражения, скажем так, ну, чисто технического характера, которые подразумевали... Текущие проблемы. Да, которые подразумевали, что вот не надо нападать, условно говоря, в июне, в конце июня 1941 года, потому что у нас недостаточно там... Ну, да, вот надо давайте еще... подождем до 3 июля. Да, надо подкопить там, вот там, боеприпасов там лучше, танков побольше, и все. Вот. Но вот возражений принципиальных, естественно, не было. То есть они были, но они были незначительны. Вот. И все это ограничивалось. То есть, вот, например, там тот же граф Брокдорфалер Алефельд, который командовал вторым армейским корпусом и был, скажем так, убежденным антинацистом, ну просто он не любил нацистов. Вот. Ничего, благополучно удерживал Демянский котел и воевал там и прославился. А да. Где, вот в какие моменты войны уже, ну, да, были наиболее острые, что ли, столкновения между Гитлером и генералом? Вот где, когда и в какие моменты их мнения реально сильно расходились? Значит, мнения генералов и Гитлера начали расходиться через буквально месяц после начала войны с нами.
То есть, если во Франции или там... Ну, там Гудериан уже, да, там... Да-да-да, не только там... Идти на юг или на Москву, там, да? Да, там вот там уже начались столкновения. То есть, если во Франции были определенные трения между, в принципе, прежде всего, генералами, не между Гитлером и генералами, а между генералами. Да. Ну, там был совершенно, значит, недисциплинированный Гудериан, шел не туда, как всегда. Значит, его там все время скандалил с руководством. Ну, так сказать, постоянные. Значит, потом на Балканах тоже все прошло более-менее хорошо. Как только немецкая армия вторглась на территорию Советского Союза, тут начались проблемы. Как только начались проблемы, сразу начались трения между генералами и Гитлером. Потому что генералы, это вполне объяснимо. Это объяснимо не только личными амбициями отдельных генералов, как, например, дело касается Гудериана. У Гудериана, прежде всего, речь шла именно о личных амбициях. То есть, я считаю, что так, значит, все остальные считают неправильно. Нормальный подход. То у других генералов, как, например, у главнокомандующих группы армий там, Центр фон Бока или группы армий Север фон Лейба, у них была позиция именно военных профессионалов. То есть они рассчитывали, что вот мне нужно столько войск, чтобы достичь конкретной поставленной цели. Столько-то войск, столько-то самолетов, столько-то... Вот, и если у меня забирают танковую армию, то это мне, значит, не хватит войск для этой цели. Соответственно, я чего делаю? Я выступаю против этого и требую, чтобы мне эту армию вернули. Или там, когда Бок говорит, что его армию, значит, притормаживают под наступление под Москву, потому что нужно бросить войска на юг, чтобы там завершить операцию в окружении Киева. Соответственно, Бок настаивает на том, что нельзя сбивать темп наступления, тем более занимать у него армию какую-то, и надо двигаться вперед. И вот тут начинаются конфликты. Значит, в большинстве случаев командующие группами армий – это люди амбициозные. То есть это люди, которые достигли своего положения благодаря своим, в общем, военным определенным талантам. То есть это люди, в общем, не политическая карьера. Да, не политическая карьера, да. А меньше всего конфликтов как раз было с Рунштадтом, но Рунштадт был как раз вот самый, можно сказать, по-честному... Ну, бездарный здесь плохо звучит слово, но он был не очень талантлив. Никакой. Он был никакой генерал, он был самый старый генерал, поэтому, значит, вот с ним был как раз меньше всего конфликтов, хотя тоже были. Вот. С Боком конфликты и с Лейбом были постоянные, в результате и того, и другого очень быстро погнали. Но они не боялись перечить Гитлеру? Совершенно. Это ничто за собой не тянуло? Нет, да? Совершенно. Никаких... Во-первых, это ничто за собой не тянуло. Их могли снять за это самое, если уж совсем. Могли снять и снимали. Но, например, можно сказать, что, например, начиная примерно с 1942 года, у упоминавшегося уже нами Альфреда Йодля, который постоянно находился при Гитлере, возглавляя штаб оперативного руководства вермахта, у него начались постоянные трения с Гитлером, которые стали доходить в скором времени до грандиозных скандалов. То есть там скандалы были там, до ора. Что там Гитлер орал на него, и он орал на Гитлера. И в результате что получилось? Гитлер планировал заменить его Паулюсом. Паулюс, значит, знаем, чем закончил. И Йодль оставался на посту начальника штаба оперативного руководства до самоубийства Гитлера. Это при том, что скандалы у них были постоянные. Чаще всего скандалы завершались отставкой в том случае, если человек подавал в отставку. Ну, то есть, типа, если вы со мной не согласны, я подаю в отставку. И тогда в 50% случаев Гитлер соглашался. В 50%. А мог и не согласиться. Мог и не согласиться. Да, то есть, в принципе, возражение Гитлеру... Другое дело, что Гитлер не слушал возражения. Практически не слушал. То есть он на них не реагировал, он был вообще сторонник монологов, он часто просто прерывал человека, потом говорил долгий монолог, потом все это завершалось, ну и все это уходило. Его решение. Да, его естественно, его решение. Ну, хорошо, вот все-таки некий анализ там, после войны все-таки, наверное, делался в Германии, правда? Вот все-таки то есть получается, что вина чисто военная, я в данном случае говорю, да, вот военных поражений, военного поражения Третьего Рейха, в общем, эту вину надо целиком возложить на Гитлера. Это была задача генералов, которые написали огромное количество задачи, мемуаров. Задача, реально, объективно. Объективно Гитлер отвечал за общее руководство войной.
И все проведение всех операций, это была его инициатива. Генералы обеспечивали выполнение именно его плана, его приказов. То есть в рамках там, фронта они имели довольно большую самостоятельность, но они выполняли его приказ. Если Гитлер приказывал удавить Ленинград блокадой, то никакой Лиеп не шел штурмовать Ленинград своими войсками. А если бы он получал приказ идти штурмовать, он шел и штурмовал. Вот. То есть, в принципе, общее руководство войной, отвод войск, отступление на значительное отступление, так сказать, да, причем Гитлер требовал, чтобы даже маленькие, малое локальное отступление с ним согласовывалось в категорическом случае. И безжалостно снимал генералов, например, там Комкоров, если они отводили войска. Это еще надо успеть там, да. Времена. А вот это, поэтому это требовало. И обычно, кстати, не разрешал. То есть ему надо было доказать, что отход это не отход, а перестраивание для подготовки будущего. То есть сейчас мы отдадим территорию, сконцентрируем войска, ударим. Но, в принципе, конечно, по большому счету, за всю основная ответственность за это лежит непосредственно на Гитлере. Сами генералы, они были исполнители его воли, но они разрабатывали планы. Он планов не разрабатывал. Потому что, так сказать, он не мог. Да. Это, то есть, да. Но разработка, разработка планов была полностью на них. То есть они обеспечивали выполнение его заданий и обеспечивали их действенно и в той мере, насколько они могли. То есть они не вредили. То есть он давал и такие стратегические задачи Генштабу, да. И занимался оперативным управлением войсками. Да. Кроме того, Генштаб в значительном количестве случаев, ну, скажем так, если не в подавляющем, значительное число операций проводилось по инициативе Генштаба. То есть Генштаб предлагал операцию. А Гитлер, предположим, давал на нее согласие. Да, добро, как, предположим, там операция на Курской дуге, цитадель. Угу. Это была чисто разработка Генштаба. Другое дело, что Гитлер потом изменил всю суть этой операции. И она вместо небольшой локальной операции превратилась в крупномасштабную операцию, которая, по мнению Гитлера, должна была изменить ход войны. Тем не менее, вот есть еще один все-таки эпизод, который нельзя не упомянуть, хотя мы с вами, если я не ошибаюсь, да, именно с вами целую программу на эту тему. Это, безусловно, заговор военный. Да, все-таки заговор против Гитлера зародился и возник все-таки именно в военной среде. Да, но как мы уже и тогда говорили, и здесь говорили, что, как это ни странно, но генералы – это самые нерешительные люди. Чем выше звание, тем больше нерешителен человек. И поэтому главной движущей силой заговора стал полковник Штауфенберг, а не генерал Остер и даже не генерал пехоты Ольбрихт, это самое у него было старшее звание, не генерал-полковник Людвиг Бек. Но они сидели и ждали. Они сидели, ждали, обсуждали и собирались принять власть. А Франц Гальдер сидел в отставке у себя в имении и ждал, что вот если произойдет переворот, то его должны обязательно пригласить. Но в Париже, да, во Франции все-таки начал. У Штюльпнагеля получилось. Значит, в принципе, на самом деле, если интересно по заговору посмотреть то, что происходило на местах, то мы можем отметить, да, кстати, у Штюльпнагеля там тоже был маленький нюанс, что, в принципе, в тех местах, а ведь не только в Париже, там еще в некоторых других местах, где начал осуществляться план Валькирии, то, в принципе, приказ о начале плана Валькирии во всех этих местах отдали не командующие округами, а отдали офицеры Генштаба, которые имели право в отсутствие командующего отдать приказ. То есть отдали приказы там подполковники, капитаны. То есть это был довольно разветвленный все-таки заговор. Да, конечно. Это сам не то, что группа 5 просто, человек или даже 10 человек. Просто Штюльпнагель это был единственный из командующих, который, когда появился, он сказал, ладно, делаем. Остальные все сказали, не то, что мой генштабист сказал, больше не делаем. Так что, в принципе-то, везде инициатива была именно не у генералов, не у высшего руководства, не у командного состава, а у генштабистов. Я понимаю, что предполагать можно все что угодно, но по планам генералов это был военный переворот. Абсолютно, чисто военный. Это чисто военный. Чисто военный. То есть, если бы удалось бы покушение, то к власти приходил военный. Да, в стране устанавливался военный режим. Во главе с, так сказать, создавалось военное правительство, власть на местах передавалась в руки командующих военными округами, ну, то есть, устался военный режим. Здесь где-то я не могу найти такой
до еще эфира пришел такой вопрос, ну, хотел сказать, смешной, может, наверное, не очень смешной. А были ли у Гитлера свои Власов и Жуков? Ну, Власов в какой-то степени, наверное, Паулюс. Нет? Ну, Зиедлец. Да? Паулюс все-таки, так сказать, не совсем. Все-таки они считали его предателем. Нет, считали предателем, но он как бы был не очень активен. А вот Зиедлец, Курцбах, он был как бы, ну, союз немецких офицеров. Да. Вот, хотя, конечно, на Власова он не тянет, Власов был более инициативный. Вот, Зиедлец, тем более, более идейный. Да, тем более, что, в общем, вся эта, ну, скажем так, авантюра как-то это слишком круто назвать, но вся эта операция с союзом немецких офицеров, в общем, по большому счету она провалилась. И это как бы признали сами работники НКВД, и их всех, так сказать, генералов, так сказать, зачистили. А что касается своего Жукова, ну, то тут, конечно, никаких проблем, так сказать. Другое дело, что там на роль Жукова можно нескольких попробовать. Вот. Но больше всего подходит, конечно, Манштейн. Но там просто была в чем ситуация, что если Жуков продержался у Сталина, скажем так, всю войну, и всю войну его Иосиф Виссарионович бросал на наиболее, так сказать, важные направления, то у Гитлера таких Жуковых было, скажем так, на протяжении войны несколько. Он менял этих, так сказать, Жуковых. То есть, какое-то время у него был Манштейн, какое-то время у него был Роммель, какое-то время у него был, предположим, тот же самый Готкарт Хейнрици, который был гением обороны, так сказать, этот самый, как наш ядовитый гриб, как его называли в вермахте. Вот. Он был очень, он великолепно, так сказать, с малыми силами действовал в обороне. То есть, там были несколько, так сказать, вот генералов, которые были на тот или иной период наиболее, скажем так, доверенными, ну, не доверенными, а наиболее, ну, сказать, любимыми генералами Гитлера. Ну, также Шорнов там. Кстати, здесь все-таки люди заинтересовались вот этой историей с Нюрнбергским процессом, с вердиктом, и все-таки задают вопрос, хотят уточнить. Ну, так все же, юридически прибалты на процессе признаны преступниками, если читать на немецком? Если читать на немецком, то да. Если ты, на немецком там меньше трактовок возникает у немецкого текста. Но я еще раз говорю, что в данном случае приговор, что нельзя сказать, понимаете, нельзя проверить приговор на русском приговором на немецком. Потому что приговоры равноправны. Это заложено в уставе трибунала. То есть мы с какого языка это переводилось? Они важны, они равноправны. Приговоры на всех языках равноправны. Мы не можем проверить советский договор по аналогам на английском, немецком, английском, немецком, французском языках. Потому что сам приговор на русском, он уже является окончательным. Вот он есть и все. Вот из-за этого вот ситуация-то такая, скажем, ну, тупиковая. Что мы не можем сказать, что а вот в немецком написано так, поэтому вот надо читать так. Мы не можем, потому что немецкий не является основанием для нашего приговора. У нас он равноправен. И мы его имеем право, так сказать, использовать в полной мере. Ну, хорошо. Так, ну, здесь вот нам пишут... Но по большому счету в немецком, да, являются. Все военнослужащие войск СС, они являются. Кто вступил туда добровольно. Кто был туда мобилизован, не является. Так, ну, скажите, вот Ницахон из Москвы. Скажите, что, по вашему мнению, было бы с германской армией, и как бы пошла война, если бы Гитлер более внимательно прислушивался к своим вполне профессиональным военачальникам? Вы знаете, ну, на самом деле, я думаю, что ничего мне по большому счету не изменилось. По большому счету, вряд ли. Да, но если, правда, можно сказать, что если так вот внимательно думать, то тогда бы, я думаю, война раньше завершилась. Потому что генералы бы... Понимаете, генералы не учитывали очень многого. Они учитывали ситуацию на своем фронте. И, предположим, ну, генералы, ну, предположим, они бы их послушали, генералов, и там, предположим, они взяли Ленинград, да? Но при этом они бы тогда не прорвались на юг. Ну, в общем. Очень коротко, Илья из Тулы, наш постоянный слушатель, все время вопросы присылает. А сами по себе, он все-таки хочет добить эту историю. Ваффен-СС признана преступной организацией или только Аллгемайн-СС? Признана преступной организацией СС. Без уточнения. Нет, там признана СС, а далее... А ведь понимаете, в чем вся штука? Признана преступная организация, но Нюрнбергский процесс признавал прежде всего преступным членов организации. То есть автоматически. И вот там как раз написано, что признан преступной СС, и далее пояснено, кто... военнослужащие войск СС и других подразделений, и Аллгемайне СС. Все, к сожалению, времени нет даже на поздравления с наступающим Новым годом. Я вас, тем не менее, поздравляю. До встречи уже в Новом году в программе «Цена победы». А сейчас портрет от Тихона Дзетко.
Про таких, как он, говорят, что они звезд с неба не хватают. И это правда. Леонид Говоров не брал Берлин, не возглавлял Генштаб. Этакий вечный, почти толстовский артиллерист. В боевой характеристике на него в 1942 году, когда он был командующим 5-й армией, утверждалось, что, далее цитата, «в оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо. Основным недостатком товарища Говорова является некоторая разбросанность по всему фронту и отсутствие навыка в собирании кулака для ударного действия. Товарищ Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками». По ходатайству Жукова Говоров был назначен командующим 5-й армии. Тогда, в 1941-м, это тяжелые бои под Можайском, а потом удача Говорова в том, чтобы убедить командование в нецелесообразности борьбы за город. Но центральное, конечно, не это, а Ленинградский фронт, командующим которого Говоров стал летом 1942-го, и прорыв блокады, который был успешен далеко не сразу. Сталин мог не сомневаться в полной преданности Говорова. Как и некоторым другим маршалам, ему было чего бояться в своей биографии. Он, бывший белогвардеец, служил у Колчака, а на начало войны был беспартийным. Странно, но факт. Белое прошлое ему никак не аукнулось советской властью. Ему было чего опасаться, потому в его преданности Сталин мог не сомневаться. Хотя, в отличие от, например, Буденного, Говоров в чересчур яркой демонстрации своих чувств вроде не замечен. Во всяком случае, таким же образом вершить правосудие, как Буденный, он не пробовал. Напротив, после войны, без особого удовольствия и энтузиазма встретил дело ленинградцев и дело врачей, с которым он якобы был связан, не в качестве обвиняемого, а в качестве жертвы. Все, что было после войны, не так важно на фоне того, что было на фронте. 10 лет разных должностей в Ленинградском военном округе и Минобороны, под конец он уже стал главнокомандующим войсками ПВО. Умер в 55-м. Маршалом, Героем Советского Союза, кавалером Ордена Победы. Программа «Цена Победы».